Раджа Примада Матри, Хари Кришна. Это Крипова Прабху. У нас прервалась трансляция. Вы можете поделиться новыми первыми? Прервалась трансляция, друзья. Спасибо огромное всем, кто возвращается. Hare Rama, Hare Rama. Хари Кришна. Хари Кришна, Андрей. Да, постараемся продлить это удовольствие слушать Хари Кришна Маха-мантру. Напоминаю, Маха-мантра состоит из имен Бога. И
Бог абсолютен, и поэтому нет разницы между именем Бога и самим Богом. Когда мы слышим имя Бога, истинное имя Бога, ну, то, которое описано в каком-нибудь священном писании, то есть не придуманное, а действительно настоящее, то в этот момент мы соприкасаемся с самим Богом и с духовной реальностью. И в этот момент у нас есть возможность по-настоящему не на уровне интеллекта, а на уровне живого опыта ощутить, что я не это тело временное, я искорка духа, я частичка духовной энергии, я душа. Вот для чего мы выходим на улицу петь Харе Кришна Махамантру, чтобы дать такой шанс, такую возможность всем людям вокруг и всем живым существам вокруг. Маджи Диана, Харе Кришна, ну что, ты сдала свой экзамен? Тут темно, вам не видно, но там классные люди, они танцуют. Друзья, когда ничего не видно, это отличный шанс сосредоточиться на звуке. Самое главное — это звук. Да, Ян, ну я даже не сомневалась. Друзья, говорится, что в материальном мире самый простой способ соприкоснуться с Богом и соприкоснуться с духовной реальностью — это медитация на звук, погружение в звук, махамантры. Михаил Прабху к нам присоединяется. Вот, и если нам удастся сосредоточиться на звуке и соприкоснуться с Богом через звук, то тогда мы сможем и увидеть Его, ощутить Его присутствие, почувствовать Его аромат и так далее. Я не буду в эти эзотерические подробности вдаваться, потому что, ну, у меня нет такого опыта. Лучше послушать, как о нем рассказывают духовные учители, в частности, Шрила Прабхупада. На Ютубе есть все лекции Шрилы Прабхупады. Можно набрать лекции Шрилы Прабхупады, и вам выпадет папка. Там на черном фоне изображен Шрила Прабхупада, и все его лекции подписаны, где он читал, когда читал, какая тема, какое священное писание в основе этой лекции лежит. Вот. Слушайте лекции Шрилы Прабхупады. Они не отличны от махамантры на самом деле, потому что Шрила Прабхупада рассказывает на основе священных писаний то знание, которое передается из духовного мира по цепи духовных учителей. И слушая Шрилу Прабхупаду, мы тоже можем получить живой духовный опыт. Как раз книги Шрилы Прабхупады. Ищите книги Шрилы Прабхупады на сайте Веда Бейс. Купить их можно на Wildberries даже, в Читай-городе, да вообще в любом интернет-магазине. И это двери в духовный мир. Есть духовная реальность, с которой мы не можем соприкоснуться сами по себе, по своей прихоти. Но Бог, поскольку Он очень хочет живых отношений с нами, поскольку Он понимает, что без Него мы не можем быть счастливы, Он устраивает нам такие порталы в духовный мир, точки входа. Вот. Это Харинама, которую вы сейчас видите, звук Махамантры, это книги святых, в частности, это книги Шрилы Прабхупады, это рассказы о Кришне,
но не любые, а те, которые мы слышим от людей, которые связаны с Кришной очень тесно, связаны узами служения, любви. Это духовные учители, которые принадлежат ученической преемственности какой-то, идущей от самого Бога. Например, наша ученическая преемственность называется Брама Мадава Сампрадая, вот так вот, представляете? Вот, то есть нам нужен духовный учитель, нам нужны священные писания, нам нужна молитвенная практика, и тогда мы можем получить живой духовный опыт. И самая могущественная молитва — это Маха-мантра. И самые широко распахнутые двери в духовный мир — это книги Шрилы Прабхупады. Простите, что я говорю «самые» и так далее, но я просто в это верю, делюсь тем, во что верю сама. Съемку через час после того, как началась Харинама. Харинама у нас по средам начинается в 16:00. Я трансляцию начинаю в 17:00, потому что, ну, мне тяжеловато вот так вот все три часа ходить. В том году я ходила, сейчас что-то мне силушки богатырской не хватает. Так что Харинама у нас по 3 с лишним часа обычно длятся.
Кришна, друзья. Вот и подошла к завершению наша харинама. Да, звук раковины. Харе Кришна, друзья! Спасибо огромное всем, кто был сегодня с нами, несмотря ни на что, на все обрывы, трансляции и так далее, на все технические заминки. Спасибо вам большое! Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в воскресенье. Мы начнем, даст Бог, в 11:30. Вот. И очень-очень ждем вас. Динара, очень рада знакомству с вами. Спасибо большое, что вы так активно сегодня задавали вопросы и комментировали все, что видите. Лиам, очень рада, что вы с нами. Спасибо огромное всем новым людям. Спасибо огромное всем нашим постоянным зрителям. Спасибо даже тем, кто приходил и выражал свой скепсис. Это тоже нужно, потому что, отвечая на вопросы таких людей, как-то глубже понимаешь, как тебе повезло соприкоснуться с такой удивительной традицией, в которой не страшно задавать самому себе неудобные вопросы, потому что здесь есть ответы на все вопросы, и то духовное знание, с которым мы соприкасаемся, это не просто сентименты, уверуй, и тогда ты спасешься. Это наука, очень-очень глубокая наука, очень логичная, последовательная, непротиворечивая. И такие моменты, когда кто-то выражает свое скептическое отношение, а ты понимаешь, как оно вот, ну, как оно устроено, ты думаешь, боже, ну как же все логично, ясно, строено. И это очень сильно укрепляет веру, поэтому спасибо огромное всем и доброжелателям, и скептикам, и постоянным зрителям, и новым людям. Всем-всем-всем-всем. Харе Кришна и до новых встреч. Маджи Гитамала, я надеюсь, что вы живы-здоровы и у вас все хорошо. И вы выздоравливаете, и скоро к нам придете на харинаму. Всем здоровья. Вот, Танечка желает всем здоровья. Она харинамщица, а вот, а значит, все сбудется. Все, что она пожелала. Харе Кришна. Все, стабилизатор сказал, хватит. Всем спокойной ночи, Харе Кришна, и до новых встреч в воскресенье. Всего доброго, друзья. Харе Кришна.